Сегодня вашему вниманию мы представляем автомат закаточной модели МЗ400Е4, который предназначен для завальцовки стеклянных флаконов. В данном случае наш автомат настроен на завальцовку стеклянных флаконов объемом 50 мл, комбинированными крышками типа FLIPO. Так, включение в сеть происходит переходом, поворотом реле наверх. Дальше автомат работает в автономном режиме. Соответственно, включаем завальцовку кнопкой пуск, останавливаем кнопкой стоп. Для перехода в наладочный режим мы поворачиваем регулятор в правую сторону. Далее произведем закатку флакона. Так, для регулировки скорости закатки и увеличения работоспособности мы используем данный регулятор. Поворотом по часовой стрелке мы прибавляем скорость, против часовой мы убавляем скорость. Итак, начнем.